В здании администрации Северского района на традиционном еженедельном рабочем совещании обсудили несколько важных вопросов. Доклад о профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних, а также жестоком обращении с детьми представила начальник управления по делам несовершеннолетних Наталья Сердюкова. В этом направлении активно проводится целый комплекс мер. И статистика за 10 месяцев гласит о снижении числа преступлений определенного вида. Постоянно мониторятся семьи, находящиеся в социально опасном положении или группе риска. Но несмотря на активную работу, есть факторы, на которые повлиять практически невозможно. Число пострадавших детей составило 18 человек. В том числе 5 детей погибли. Это отравление бытовым газом, поселок Афипский. И один ребенок погиб в результате ДТП на федеральной трассе, не является жителем Северского района. Конец года и традиционно один из главных вопросов сегодня – налоговые сборы. Главы поселения отчитались о проделанной работе по довручению налоговых уведомлений физическим лицам на территории своих населенных пунктов. Порой специалистам местных администраций приходится наведываться домой к нерадивым налогоплательщикам. Между тем, наши налоги – это дороги, благоустроенные парки и детские площадки.